Минздрав добавит в список доступных лекарств до 50 новых препаратов. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. По этой программе люди с астмой, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить медикаменты бесплатно или с минимальной доплатой. Расширить перечень лекарств обещают к августу. Теперь реестр будет насчитывать около 200 различных препаратов. В этом новом переліку будут представлены как виробники из Европейского Союза, 22 виробника з Європейського Союзу, 18 виробників з України і 5 світових виробників. Протягом 2 тижнів, сподіваюсь, буде новий реєстр, і далі ми будемо працювати над тим, щоб вже більше число нозології долучати до цієї програми. В Одесской области по программе «Доступные лекарства» выписали 200 000 рецептов. Этот показатель один из самых невысоких в стране.